Хотим что-нибудь в бассейн, как сосали у нас, и как голые бабы танцевали перед нами. Не хотите посмотреть? Голые бабы, они работают. Голыми. Вот, как просили вам налили. А как я сосал у мужика, вы тоже не смотрели? Я с пола подниму, ладно. Я просто с пола поднял. Пожил с пола, ладно. В принципе, с пола неплохо. Ты будешь слушать меня, а теперь я тебя слушала. Народный артист Российской Федерации. Народный Российской Федерации, ты сидишь в Эстонии, где, блядь, я немножко заправляю, а не ты. Дай мне, пожалуйста, прошу тебя, человека, я же тебе, блядь, дал 1500 долларов, блядь. Дай мне хотя бы бычок, блядь. Хотя бы бычок дай мне докурить, блядь. Иди нахуй, это сейчас нахуй себе в глаз получишь, понял? Давай. Не давай, а давай. Ну, пожалуйста, спокойно. Не, разумеешь. Понимаю. Разве рыбку. Ой. Ты ешь, поэтому, да, это не стал. Все, Лёх, сварить бал просто. Подошел некий гражданин партнер Российской Федерации Алексей Панин, разбил кулаком стекло от бокал, стекло полетело в меня, после чего мы попытались его успокоить, он начал вырывать кассу, залил шампанским клавиатуру, после чего она не работает. На 2 минуты он успокоился, и полетела тарелка, и второй стакан, все, и все. Какую-то угрозу почувствовали? Конечно, естественно, сильную угрозу. Тут 4 охранника стоит, как бы, это все кнопки сразу нажимались.